прославилася підлітком, а тепер заклопотана матуся. Екс-солістка гурту «Тату» Юлія Волкова знайомить світське життя з дітьми. Гайда на лижі! Здравствуйте! Здравствуй, привет, Юля! Привет. Знаком с детьми. Как тебя зовут, скажи? Вика. Катя, очень приятно. Вот, а тебя как зовут? Катя, Самир, очень Катя. Приятно. Ну, я так понимаю, что дети на лыжах катаются. В этой зимой начали только. Чем дети еще занимаются, кроме горнолыжного? Плавание. Вот тоже начали. Вика у меня занималась 3 года большим теннисом. Сейчас как-то мы это дело приостановили, пошла у меня в непоседы по моим стопам. Она нас теперь, да, в детском коллективе поет, танцует. А с сыном сейчас вот мы определяемся, что ему еще придумать, потому что пока он только плавает, для мальчика же тоже неплохо. Почему ты не катаешься на лыжах? На это водных. Страх? На водных, страх нет. Страх высоты? Нет, я просто не люблю холод, не люблю вот это вот все, вот штаны высокие, зимние вот эти вот костюмы на летних, вот за катер, кайт, вот это все мое. Вейкборд, да. Каким спортом занимаешься ты? Спортзал, я люблю спортзал. Поплавать, попариться в баньке. Ну, а какие-то пресс. Силовые да, упражнения? Да, только силовые. Только я не люблю бицепс, трицепс. Вот эти вот аэробики, дорожки, это не для меня. Для меня прям вот представить со штангой, вот это все, это мое. Ну что, съезжаешь? Давай, коксик, молодец, вперед. Опа, пошла. Молодец, молодец. У детей разные характеры? Ведь папы разные. Конечно, разные. Вика у нас более такая, знаешь, такого мальчишеского внутреннего такого заряда. Она как вот у нее такое все жесткое, вперед. Она любит быть первой, лидер. Она ненавидит проигрывать ни в каких играх. Посади ее там шашки, в шахматы, там, в домино. Это все прям вот так вот будет. Не буду я больше играть. У нее прям все надо отшить, она только должна быть первая. А Самирчик, он более такой думающий, более такой, у него вот в нем есть вот эти восточные корни, что прежде чем подойти к кому-то чужому, вот так вот подбежать, он как-то вот посидит, послушает. На папу характером он не похож, потому что твой бывший муж Парвиз, он парень горячий, был замечен не в одной полукриминальной истории за последнее время. Дедушка у нас такой думающий, спокойный, вот он, наверное, у нас деда, а Вика меня по характеру. Это вот моя копия детства. Я была точно такая же, лидер абсолютный, везде на первых местах, в непоседах всех вот так, вот встать везде первой, чтобы меня, вот она точно такая же, но она только начала заниматься, ее там очень хвалят. Но Вика интересуется маминой карьерой? Я не подговаривала. Сейчас Вика, какая у тебя любимая мамина песня? Нас не догонят, а что? А еще? Ты всегда проще поставить. Та-да-да-да-дам, 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 та-да-да-дам. Я сошла с ума. Вся твоя карьера – это такая вот череда достаточно неоднозначных поступков. Неоднозначно. Это игра в лесбийскую любовь, затем съемки обнаженной, затем классические операции. Все об этом знают, все об этом говорят, а дети об этом уже знают? Да, она знает, что я была в группе с девочкой, но пока лесбийская тема, ей она непонятна, потому что в любом случае это ребенок, ей кажется, что это просто моя подружка была. Тогда это твоя подружка, вот с кем ты вот, Лен, они все знают, что была группа «Тату». У тебя с отцами детей очень непростые отношения. Послушай, у меня просто нет с ними никаких, на самом деле, отношений с папами. Они у меня есть на уровне приятельских. Я ни в коем случае никогда не была ни в каких враждебных отношениях с папами. Я считаю, что, в принципе, это глупо. Как бы, потому что у меня с ее папой связано прошлое, у меня с папой Самира связано прошлое. В любом случае были чувства, была любовь. И как бы сейчас о них отзываться, как многие разводятся, «Бат, да он там козел!» Никогда в жизни. Я за общение, за дружбу. Просто, понимаешь, это жизнь. Когда люди расходятся, у каждого начинается своя жизнь. У него свои девушки, у меня свой молодой человек. И общая точка соприкосновения – это только ребенок. Поэтому мы общаемся поскольку. А как часто дети видятся с папой? Очень редко, потому что папа уже в своих семьях. У меня уже у первого мужа, который папа Вики, уже 4 детей. А Вика общается с 4 своими братьями и сестрами? Жена очень ревностно относится к этому всему. Ну, как правило, жены переживают бывших жен. Им это все неприятно, когда папы общаются. Поэтому мы общаемся только с папой крайне редко, потому что папа у нас... То в семье, то на работе, поэтому, когда я ни в коем случае не воюю, подарки на день рождения всегда передают, на Новый год подарки всегда папа передают нам. То есть сказать, что я запрещаю детям, нет, просто это вопрос желания пап.
И от алиментов ты отказалась. То есть оба мужа бывших тебе не помогают. Ты понимаешь, вот эти подавать на алименты, мне кажется, это вообще такая глупость. Но и они по собственному желанию, бывшие мужья не помогают. Я объясню, почему это глупость. Потому что в любом случае у человека должна быть ответственность. Если ты сделал ребенка, ты должен за него всю жизнь отвечать, это твое. Как я могу заставить или прийти, упрашивать, просить, умолять, зачем? Должно быть желание. Нет, мне никто не помогает. Ни первому муж, ни второму муж. Денежно никак. Катались? Пойдемте погреемся. Пойдемте греться и пить чай. Учитывая весь твой, Юля, творческий путь, можно предположить, что ты мама очень современная и либеральная. Современная. Мама у меня, наверное, моя мама, это бабушка их, более, скажем, такая правильная. То есть у него все должно быть по полочкам, режим, график, во сколько спать, во сколько встать, у него все вот по часам. А я больше такая, как бы, я даю детям свободу, но, естественно, в определенном количестве. Ты балуешь детей? Да ты что? Конечно, балую. Нет. Нет, не балуешь? Иногда. Вика, ты модница? Любишь модные вещи? Да, я всегда летом одевала, я влюбилась в мальчика, одевалась каждый день, ногти красила. Какого ты мальчика влюбилась? О, уже не помню. Вот это жесть. Она влюбляется, постоянно приходит, ногти меня просят, лето наступает, каникулы, чтобы учителя в школе не ругались. Наказано, мы разными лаками красимся. Мама, хочу платье, одень мне платье. Выбирает, уже становится модницей. Воспитывает детей мама, твоя мама и бабушка. И две няни. Нянечки, да. У нас у Вики своя няня, у Самирчика своя. Ты выбирала няни по опыту, но так получилось, что обе няни украинки. Опыт у обеих дети, мужья, семья, то есть люди, которые с образованием. Что ты робишь? Что я роблю? Беру вас интервью. Любимая, как бы. Коханый. А расскажи, ты еще знаешь, как будет девочка с мальчиком? Дівчинка и хлопчик. Китя, это кошка или? Китя. Китя. Дети осваивают сразу два иностранных языка. Поехали. Какие успехи в школе, Вика? Рассказывай, какой ты не любишь больше всего предмет? Ты так говоришь, поужасно, дурацкая математика. Да, математика ужас. Юля, ты помогаешь Вике делать уроки? Иногда. Иногда, но у нас... Сольфеджио. Я в основном музыка, у нас в основном... О, дети! Держи. Вот так вот я тебе... А математику кто с тобой делает? Математику делает няня. Ну, это такие бои у нас без правил в комнате. Но ты вникаешь в учебный процесс? Родительские собрания? Нет, бабушка моя ходит. А почему ты не ходишь на родительские собрания? Ты знаешь, по соображениям, наверное, я думаю, больше каких-то сценических вопросов, потому что некоторые добрые люди, которые как бы, ну, хорошо к этому относятся, есть такие мамашки молодые, которые там где-то и позавидуют, где-то... Я не хочу, чтобы это на них сказывалось как-то в школе. Я даже не пошла на 1 сентября с ней в школу, потому что собрались какие-то желтые прессы и так далее. А это правда, что в твоей школе, в которой ты училась, есть доска почета, и на этой доске почета две фотографии? Твоя и Николая Баскова. Да, и Басков тоже, да. Лицей группы от девочки оттуда, как бы очень многие, кто учился в этой школе. Она театральная, правда. У тебя есть желание увеличивать количество детей? Тем более ты мусульманка. Да. А в мусульманской семье детей может быть неограниченное количество. Знаешь, это никак не связано с моей верой, но, в принципе, ты права, что когда какие-то есть мусульманские корни, то там много. Но изначально я, в принципе, хотела сдать 5 детей. Ну, у тебя сейчас в жизни новая любовь. Знаешь, мы с ним уже 4 года. И, собственно, он был, у меня после парализа, наверное, сразу появился, поэтому как-то мы все это время, они знают каждый, что у них есть свой папа. Причем очень грамотно, что мой на сегодняшний день любимый человек, он сам изначально так объяснил, что у тебя есть свой папа, у тебя есть свой, я ваш друг. Как бы я вот люблю вашу маму, я принял вас. А мы его называем папой. А они его называют папой, все равно. Папа, как бы все, хотя Вика знает, что у него папа Паша, у него папа Парвиз, все знают, мы показываем фотки, все как бы, но все равно они вот его любят и признают, он с ними занимается. Мы называем папой. Он, собственно, их на ложе первый поставил. Я так понимаю, что вот свадьба не за горами, и ты уже совсем недавно сказала о том, что до 30 лет ты хочешь впервые официально выйти замуж. Ты знаешь, я хочу замуж. Раньше я была совершенно не готова к этому, потому что как-то я считала себя свободным человеком, и, ну, было все для того, чтобы жить, скажем, и дети, и карьера, и работа. Сейчас есть все то, тоже самое, жить дальше и так далее, но уже как-то хочется, знаешь, в этот праздник, вот красиво там вот знаешь, мулу вызвать, как-то вот все это, чтобы это было люди, родители, дети, для нас, для семьи такой сделать праздник, одеть белое платье, в конце концов,
Это же тоже такое, знаешь, событие в жизни. Для себя, для своих детей. Чтобы они это все видели, чтобы родители радовались. Какой-то, знаешь, такой уверенности в завтрашнем дне. Хотите на мамину свадьбу? Да. Говори. Ну, сказать, почему? Ты что, Лазик меня любишь? Да. Я не хотела, чтобы Лазик от нас уходил. Я бы не хотела, чтобы Лазик от нас... Ты что, Лазика не любишь ответить? Потому что у нас... Почему ты не замужем? Ты что, Вадика не любишь? А у твоего нынешнего избранника, Влада, есть дети свои? Нет. Нет. Есть мои. У сімейне життя Юлії Волкової зазирнули, попереду інші зіркові зустрічі.